В Артеме 3 сентября отменены уроки в школах, а в детских садах будут работать только дежурные группы. Такое решение в экстренном порядке принято на уровне руководства округа в связи с приближением супертайфуна. Ветровая нагрузка довольно большая, там ветер до 35 метров в секунду. Ожидается по ряду районов, это Хасанский район, это Владивосток, соответственно, Артем. Вот. Шкотовский район попадает в зону действия тайфуна. Далее, значит, частично Уссурийский с переходом туда на границу. Целесообразно ли направлять школьников в школы и ребят в детские сады? Прогнозируется, прежде всего, это аварии на объектах энергетики. Значит, нарушение паромного сообщения на территории Владивостокского городского округа, зато Фокино, Хасанского района. Заходить он будет в течение 6-8 часов до 24 часов ориентировочно 3 числа, значит, заходит сильный ветер и мощный ураганный ветер с 13 часов, значит, и, соответственно, давно уже побережье, южное побережье Приморского края такого ураганного ветра не ощущал. В Артеме рекомендации руководства края поддержали и отменили уроки в школах. Также ограничительные меры коснулись и детских садов. В них будут работать только дежурные группы. Вместе с тем родителям рекомендовано воздержаться от посещения детьми детских садов 3 сентября. А тех, у кого дети ходят в школы, призвали не просто оставить их дома, контролировать их нахождение во время тайфуна.